Поступать в Муравленковский колледж абитуриенты будут онлайн. Приемная кампания стартует 1 июня. В этом году она пройдет в дистанционном формате. Чтобы подать заявление, теперь достаточно зайти на сайт колледжа и отправить пакет документов. Сделать это можно до 15 августа. Выпускников школ на базе 9 и 11 классов принимать в колледж будут по среднему баллу аттестата. На сайте вот открыта вкладка «Абитуриенту», где там есть весь перечень документов, необходимых для поступления, правила приема, то есть вся исчерпывающая информация, с которой могут познакомиться родители абитуриенты. И тут же можно подать заявление в электронном виде, приложить копии своих документов. Также на сайте будущие студенты смогут наблюдать за рейтингом поступающих. В случае, если абитуриенту не хватает баллов в аттестате для зачисления на выбранный факультет, он может изменить приоритеты и выбрать другую специальность. Напомню, в этом году не будет набора на такие специальности, как разработка и эксплуатация нефтяных и газовых месторождений, а также дошкольное образование.